Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Зеро, и сегодня, ребят, представляете, я путешествовал по миру и нашел три туннеля каких-то, ребята. Помните, мы находили ямы, а здесь три туннеля. Туннель Нубика, туннель Шрека, я так понимаю, да, это Шрек, ребят, смотрите на его лицо, какой он злой, ух, страшно. И туннель, ребята, Лунтика, блин, Нубик и Лунтик и Шрек, капец, ребята. Вот такие вот туннели, они капец какие-то длинные, мне ж страшно, что-то там, ребят, в конце, почему-то мне кажется, в конце тупик, потому что там какие-то факелы. Я не знаю, ребята, но в принципе вы, ребят, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я буду очень благодарен, ребята, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. А в принципе, ребята, давайте заходим в первый туннель Нубика. Блин, капец, он длинный, ребята. Тут так темно, аж страшно мне. Блин, а что же здесь может быть? Ребят, смотрите-ка, там тупик вроде какой-то, нет? А вроде там какая-то, ребята, смотрите, спуск какой-то идет. Ребят, смотрите, тут куда-то можно упасть. Ну-ка, давайте-ка. Блин, ребят, поставьте лайк и подпишитесь за вот то, что я туннели нашел. Ребят, так, давайте прыгаем, короче. О, где это я, ребята, смотрите-ка. Комната из алмазов какая-то, ТНТ. Что это такое? Смотрите, ребята, нубики, тут столько нубиков, блоки нубиков. Офигеть. О, ребят, там что-то земля какая-то. Это дом Нубика. О, Нубик, привет. Ой, здорово. Офигеть, Нубик, это ты? Да, это я. А ты что тут делаешь? А это дом строю. Дом? Смотри, какой крутой, смотри, какой у меня крутой дом, как мужика из земли прям. Это же из земли дом, он же не крутой. Он крутой, ты что, это я всегда такой дом строю. Так он вообще же параша какая-то, ты чё? Так он стекло какое-то дурацкое надо поменять, мне надо вот так вот сделать. В смысле, ты чё? А, ты чё, дурак что ли? Смотри, какой у меня дом крутой. Вот, вот так вот. Во, смотри, как классно стало. Да ты чё? Как... Это ж параша какая-то. Ты шо? Нет, я всегда в таких домах живу. Капец ты, конечно. Вот нашел какой-то, не знаю, какой-то тоннель тут сделал. Смотри, я тут избавляюсь от всяких блоков. Тут вот какие-то... В смысле, это ты поставил ТНТ? Зачем тебе это? Ну, я хочу их взрывать. Не надо их взрывать, ты что? Я потихоньку, видишь, уничтожаю. Тут какие-то голубые блоки, мне не нравятся. В смысле, это же алмазы, ты что, не знала таких? Ну, что это за блоки? Ну, это алмазы, это не всё. Уничтожай их, ты чего? Это же дорогие блоки. В Майнкрафте они важны. Да, конечно, это гейские блоки, давай их вот так ломать. Нет, ты чё, они нужны? Да не нужны они, давай я всё это взорву. Не надо взрывать это, они, эти блоки важны для того, чтобы... Ну-ка, дай-ка я вот сюда вот так вот поставлю. Не надо, вот это вот. Не надо, всё, тише. Не надо, нет, да, не надо, ну... нет, не надо, ты чё делаешь? Нет, ребята, так, защищаем. О, ты что сделал? Ну, ой, еще гейские блоки остались, надо это убрать. У тебя, где твой дом находится, там же тоже эти блоки есть. Ну, я их постепенно тоже уберу. Ты только что вот здесь землю заменил на эти гейские блоки. Да? Да. Блин, надо тогда обратно мужичку землю. Ну не уничтожай алмазы, они же нужны. Нубик, понимаешь? Да, они нужны, но зачем они эти гейские? Нет, Нубик, понимаешь, эти блоки, они, короче, очень дорогие в Майнкрафте. Без них ты, короче, не пройдешь Майнкрафт, да. А у меня самые дорогие вот блоки. Нубик, ну ты это не уничтожай алмазы, они дорогие. Ну реально. Зачем они мне нужны? Давай их берем, вот ты мне поможешь землёй. Нет, не надо, не уничтожай все, Нубик, пожалуйста. Не надо? Да. Ну вот эти только уберу. Нет, вот все, хватит взрывать, все, ладно, я понял. Все, да? Давай руками уберем лучше, окей? Только не взрывай. Давай. А то ты уничтожаешь как бы рельеф. Так что, все. А, ну ладно, да, давай. Все, эти тогда оставим, да? Да, пусть оставляется. Ладно, я это, мне надо как-то телепортироваться назад, короче. Все, ладно. Все, давай, пока. Все, давай, пока. Ребят, надо как-то телепортироваться. Но у меня есть специальная штучка, благодаря которой я смогу телепортироваться. Вот, она вот такая вот штучечка, ребята. Вот так вот ее ставим и... Фу, возвращаемся.
Так, ребята, мы вернулись с деревни, ой, с этого, короче, с Нубика. У Нубика, ребят, было круто, он, конечно, немножечко дурачок. Вообще, ребята, берет и уничтожает алмазы, но это же Нубик, ребята. Он не знает, что такое алмазы, поэтому, ребята, и уничтожает их. Теперь, ребята, Шрек, он такой страшный, особенно вот, смотрите, вот просто на его лицо. Боже, он же меня съест, ребята. Он же меня сможет съесть. Ну ладно, давайте пойдемте. Надеюсь, он меня не съест. А если начнет, ребята, есть, то, не знаю, я его взорву. Или что там будет, ребята? Ну-ка, давайте-ка спустимся. Ух, давайте. Раз, два, три. Ух, блин, не попал. Ух, ребят, капец. Ух, где? Деревня? Ребята, Шрек там видел. Я, ребят, видел там Шрека. Тихо, тихо, тихо. Ребята, это же деревня Шрека. Шрек. Эй, Шрек. А ну, пошел вон отсюда. Эй, Шрек, ты что тут делаешь? Ты что забыл на моем болоте? Зачем ты забыл мои деревни? Так это не болото, так это же это же все. Это мой дом, я здесь живу. А что у тебя тут летучие? Это мыши какие-то летучие летают. Это потому что это мой дом, я их кушаю. Почему? А почему у тебя грядки пустые? Ну это я их еще не посадил, у меня вот здесь жители у меня. Мне Шрек, помогают. Ты вообще не ухаживаешь за своей деревней? Ну ты что, хочешь, чтобы я тебя сейчас из автомата Нет, пострелял? Не стреляй в меня, пожалуйста. А что тут пули зависят? Ну, уходи с моей деревни. А почему быстро пули тут вот так висят? Это ты что, время остановил? Я сейчас тебя стреляю, на. Не стреляй тебя меня, ломает. Не надо. Ты что? В смысле, Шрек? Надо... Шрек, ты что? А ты что тут делаешь вообще? Ты зачем это? Я тут живу, скрываюсь от людей. Они меня ненавидят, они за мной... Ходят везде, преследуют. Я слышал, что ты это моего друга зомбака обижаешь. Ну да, а чё он ко мне тоже лезет? Отстань от меня, не надо в меня стрелять, больно же. Да чё, не больно тебя, это я тебя рябиной стреляю. А ты же ешь, да, людей, да? Да, хочешь, я тебя съем? Нет, а ты чё, а ты меня не съешь, ха-ха-ха, ты же... В смысле, я тебе сейчас суп сварю? Не сваришь. Не сварю, сейчас Нет. я тебе котел принесу. Подожди, котел. Так, смотри, у меня есть котел. Вот смотри, давай, вот. Ну-ка, ныряй сюда. Нет. Где котел? Ну-ка, какой котел? Вот, вот котел. А смотри, что у меня есть. Вот это котел, за то, что смотри, ты. Хочешь, я уничтожу твою деревню за то, что ты ешь людей? Не-не-не, прыгни сюда в котел. Вот так вот. Залезь сюда в котел. Вот так. Какой вот котел? Его нет уже. Куда здесь? Хватит ломать, я тебя сварить хочу. Я сейчас какой просто... котел? Я не вижу. Что ты сделал? Какой котел? Что мою деревню вот портишь? Да это ты портишь сам, я ничего не делаю. Да? Да. Ну, все, я тебе точно убью. Ну, нет, тихо, тихо. Будешь стрелять, я уничтожу твою деревню, TNT, смотри. Не-не-не-не, ничего не взрывай, слышь? Эй-эй-эй-эй-эй. Ты, я уничтожу. Я ж тебя сейчас точно съем, ты чё? Ну все, ты сам напросился, прости. Капец, я не могу уничтожить, она не ставится здесь, не работает. Все. Ха-ха-ха-ха, нет. Ты сам напросился, ты меня хотел съесть. Я частично спас, отлично. Так, смотри, ты ничего не сделаешь. Я спасу все. Ах ты, ты портишь ее только больше. Ну, зато она сильно не взрывается. Она взрывается еще как сильно, смотри. Ну что, смотришь, она взорвется, да? Смотри. Ха! Ты где вообще? Нет! Твоя самая главная улица деревни взорвалась. Нет, ну зачем? Я же съесть тебя только хотел. Не надо есть. Вот за то, что ты ешь. За то, что ты ешь жителей, вот ты тут выращиваешь жителей. А, нет. Это за то, что да, ты вот ешь жителей. Мне из-за тебя приходится всю деревню затопить. Не надо, потому что есть жители и вообще людей, понятно? Ну я жителей своих не ем, я только тебя ем. Не надо и меня вот есть. Те, кто еще... приходит и выпендривает этот. Ты еще с этого зомбака хотел съесть, так что не надо тут. Ну он вкусный. Нет, он не вкусный, не надо есть. Вот, ну, давай так. Ничего, хочешь, я тебе верну назад деревню? Давай. Нет, я не верну. Ха-ха-ха, что, поверил, что ли? Ну нет, ну верни, ну пожалуйста. Я больше не буду. Не смогу я вернуть, прости. Все, тебе конец, понимаешь? Я сейчас котлы здесь заварю, вот я сейчас поставлю здесь котлы. Все, ребята, надо убежать, надо убегать от него. Опа! Так, ребят, пришли мы от этого Шрека. Фу, козел, этот Шрек, ребята, не люблю Шрека. Вот берется, он хотел меня съесть. Вы видели, ребята, котел какой-то заваривал. Не надо меня есть, я вот так просто не дамся, отомстил ему, взорвал. Ребят, чтобы вы понимали,
Он ест еще и других, то есть игроков, он не только меня, вот так игроки, если попадают в его деревню, он их не отпускает просто так, он начинает их есть. Но мне повезло, мне очень сильно повезло, то что я от него убежал, так что, ребята, и уничтожил еще и вдобавок его деревню. Но я остался Лунтик, он у нас хороший, он у нас добрый, но если это только не двойник его, который уничтожил нашу деревню, но он добрый, ребята, я точно уверен, что он добрый. Потому что тут даже, ребят, смотрите, туннель из добрых Лунтиков такой, ух ты. Ладно, пошлите, ребята, здесь тоже такой же спуск. В принципе, на счет 3 прыгаем. 1, 2, 3. Опа, это где? О, Лунтик, привет! О, привет! Ты добрый Лунтик? Да, я добрый Лунтик. А это не твой брат-двойник, который он злой? Ты что, моего брата-двойника видел? Да, он это уничтожил мою деревню. Блин, но он у нас злой в семье. Mm. А я тут смотри, куда-то попал, вот лабиринт тут. Ты тоже туннели эти нашел и к свой туннель пошел? Да. Я вот думаю, блин, мой туннель, а тут какие-то лабиринты. Ну ты, конечно, могёшь, ну ты вообще. А ты не мог бы мне помочь выбраться из лабиринта? Ну, смотри, блин. Я уже ходил за... Капец, у тебя лабиринт тут сложный. Так, здесь у нас тупик получается, пошли за мной. Вот сюда, давай. Наверное. Стоп. А, вот сюда. А, не, стоп, мы назад обратно вернулись. Мы обратно вернулись. Стоп. А, вот сюда, наверное, вот сюда. Смотри, вот сюда. Да. Стоп, мне кажется, или я по кругу хожу, нет? Видишь, я тоже так ходил и кругами туда-сюда ходил. Капец, лабиринт сложный, стоп, ребята, я это по кругу мы ходим. Отсюда. Наверное, надо вот сюда, вот в эту сторону, смотри. Давай. Так, нифига здесь, капец, ребята, лабиринт из тебя. Офигеть, так. Блин, здесь тупик. Опять тупик, ну вот... Блин, я думал, ты мне поможешь. Ой, привет, а я здесь кругами капец. Тоже ходил. Ты тоже смотри. В другую сторону иди, если найдешь что-то, кричи. Давай, ты в ту сторону, я в эту. Так, сюда, нет, здесь тупик, ребята. Давай. А, вот сюда, нет, стоп, здесь, кажись, круг опять. Да блин, и опять здесь, да что это такое? Блин, капец, стоп, а может сюда? Так, я не знаю, там вроде тоже тупик. Тупик, да что это такое, в смысле? Ну, блин, куда идти? Я вот так тоже ходил, не знаю, куда вот выйти. Сюда идти, по-любому, смотри, Лунтик. А, здесь тупик. Здесь тупик. Блин, а куда нам? Я вот эти лабиринты, я уже блин, страшно. Блин, я не знаю, стоп. Здесь тоже тупик, смотри. Здесь начало опять мы вернулись. Что такое лабиринт-то опять сложный? Опять начало вернулись. Капец, сложный лабиринт. Не, ну ребят, у меня, конечно, есть телепорт, и я могу вернуться, но телепорт работает только на меня, на тебя он не будет работать. А смотри, здесь тоже тупик. Да блин, да что это такое? Может, страшно. Стоп, а может сюда все-таки? Смотри, мы вот сюда вроде не ходили. Давай посмотрим. Опа. Здесь ничего. Тоже какие-то тупики. Блин, здесь тупик. Да блин. В смысле? Здесь тоже тупик. Странно, стоп. Куда идти? Ну-ка, вот сюда, наверное. Да, блин, я здесь был? Чё это такое? Вот я тоже здесь много я был. В одни и те же места хожу. Что такое лабиринт-то сложный? Я здесь везде был. Я уже запутался. Во-во-во, смотри, опять... Нет, стоп, мы, кажется, здесь были. Да, мы здесь были, мы обратно блин. Обратно вернулись. Ну, блин. Да что это такое? Да ты издеваешь? Мы обратно вернулись, давай опять туда, в самый конец. Всё, в принципе, ну... Вот сюда, а может смотри, сюда так смотри. Давай. Сюда. Здесь мы вроде не были еще. Вот так, стоп. Ну-ка я сюда пойду. Нет, здесь блин, тупик. Смотри, вот здесь. Вот, смотри, что-то тут есть. Что такое? О, это выход, пошли. А. Там свет, давай, давай. Давай, да блин, я выйти не могу. Тик, давай. Давай. Потолкни. Отлично. Так, давай. Я выбрался. Мы выбрались, отлично. Ура. Блин. Офигеть. И туннели вон, нифига себе, лабиринт под землей был. Да, вон они туннели. Капец. Блин, спасибо, что ты помог мне выбрать. Да не за что, пожалуйста, Телунтик. Все, ладно, я пошел, давай пока. Все, давай пока. Ребята, в принципе, мы Лунтику помогли, он дальше там, наверное, пойдет в свою деревню. Капец, ребята, ну вот это да. Я даже телепортироваться мне не надо, потому что, ребята, я, в принципе, могу и сам вернуться. Вот они, эти туннели, капец. Ну, в принципе, ребят, поставьте лайк, где вам больше всего... напишите комментарий, где вам больше всего понравилось у Нубика, Лунтика или Шрека. И реально, поставьте лайк и подпишитесь на канал, поддержите меня. А я, в принципе, пойду, ребята, в свою деревню. Вон там моя деревня. Всем, ребята, пока!